Всем привет! Мы в Альметьевске, нефтяной столице Татарстана. Город считается благополучным и комфортным для жизни. Давайте узнаем, так ли это. Вот, и начинаем с вас опрос. Если вы не против, вы же альметьевцы, да? Вот, есть такое мнение среди татарстанцев, что альметьевцы очень богатые, потому что это нефтяная столица Татарстана, и это очень благополучный город. Вы можете что-то сказать по этому поводу? Вы себя чувствуете благополучно? Нет. А чего вам не хватает? Я не знаю. Я живу так, как живу, и мне в целом все прикольно. Но благополучным, богатым нет, не считаю себя. Думаю, что да. Смотря кто зарабатывает больше. Смотря кто. Допустим, если нефтяники, то они нормально зарабатывают. Например, вот торговля, продажи, как вот... Например, мы сейчас в торговом центре находимся, и вы здесь... У нас торговля хорошо идет. Хорошо идет. Вообще, в принципе, в Татарстане уровень жизни выше, чем вообще, в принципе, в России. Типа и в Альметьевске хорошо, и в Казани хорошо. Но так, как думают об Альметьевске, типа, мы тут все зажравшиеся, богатые. Нет, я сам нефтяник, и я получаю 30 тысяч в месяц, типа. Я так не думаю. Типа, здесь возможностей мало, поэтому. Здесь мало возможностей. Да, да, да. Даже вот для ТикТока же тяжело. Вот мы же сами ТикТокеры. Вот, и большинство в Казани, этот блогеры и в Москве тоже. А здесь вот, если, например, начну там видео снимать, начну там издеваться, ржать. Вот. А в Казани-то возможности больше, там мест много. Вот вы же живете здесь, можете сказать, что там благополучно? Да. Вы благополучно себя чувствуете? Да. А вы хотели бы уехать из Альметьевска? Скорее всего, нет. Нет, наверное. Я считаю, да. А ты считаешь? Да. У тебя папа работает в нефтяной отрасли? Да. Вот, я знал. Я просто знаю, что у всех пап работает в нефтяной отрасли здесь. А почему у тебя написано «фак»? Так надо. Да? Безусловно. Вы чувствуете себя благополучно в этом городе, комфортно? Да. Да. У вас, я извиняюсь за личный вопрос, папа работает нефтяником? Пока нет. Почему пока? Но... Не все сразу. Мы нормально живем. Все нас устраивает. Город хороший у нас, прекрасный. Удобный. Ну, по сравнению с Нижнекамском, хотелось бы поспорить на этот счет. Нижнекамск получше? Намного. Серьезно? Не знаю, но мне кажется, типа, другие города Татарстана, мне кажется, все-таки лучше, более развиты. А вы про какие именно города? Набережные Челны, Казань. Вы считаете Челны более комфортным и благополучным городом, чем Альметьевск? Да. Мне набережная Челны больше нравится. Хотели бы вы уехать из Альметьевска? Нравится вам Альметьевск? В будущем я бы действительно хотел бы уехать из Альметьевска, но Альметьевск – это один из тех городов, которые я считаю, что действительно очень хорошо налажена инфраструктура, и вообще жить очень комфортно в этом городе. Я достаточно много поездил по России и могу с уверенностью об этом говорить. Я считаю так. Альметьевск – это то место для людей, которые, ну, действительно, можно надолго здесь осесть. Но если человек хочет развития и какого-то дальнейшего роста, то ему следует переезжать в любом случае.